Всем привет, с вами снова Вака и мой товарищ Юлия. Привет. Сегодня мы будем снимать новый проект под названием «Сделай лучше». В этом проекте мы будем, так сказать, соревноваться между собой. И кто лучше нарисует, например. Ну, сегодня в нашем случае мы будем рисовать. Да. Мы делим листочек на 4 части, получается. Да, и наугад рисуем, короче, любого животного. Сегодня будем рисовать животных. Денис нас задает тему рисунка, и мы будем его рисовать. Да, пример. Какой получится лучше, будет определять зритель или кто? Или да, зритель. Все, да. У нас есть книга, чтобы мы не подсматривали за другом. Она будет у нас перегородка, чтобы мы не видели, не повторяли. Да, это будет очень смешно. Я думаю, нормально смотрится. Кто первый? Давай сначала поделим листок пополам примерно. Мы купили себе фломастеры вчера. Я думала, самый душманский. Самый душманский, самый дешевый. Давай, тебе нарисовать или сама? Давай, я тебе расчерчу. Давай, такой вот такая вот фигня получается, если видно. Видно. Может, не видно, я там не знаю. Забирай крючки. Там он немного кривой. Все для тебя. Задание первую идею. Мы рисуем орка. Помнишь, мы с тобой смотрели фильм Warcraft? Ну, это не животное. А не важно, мы же не рисуем только животных, мы рисуем все, что придет на ум. Я хочу, чтобы мы нарисовали орка. Давай, короче, 2 минуты дается на это. Это много. Ну, там нормально. Ну, хорошо, давай 2 минуты. Сейчас, подожди, я засеку. Так, вспоминаю, Юля, как же выглядят орки, потому что я не помнила, как выглядит кто. Верблюд и нарисовала им 3 горба в прошлый раз. Дракон или... А, верблюд, да. Он у тебя еще кривой. Как я свою нарисовала вместо дракона. Я предупреждаю сразу, что я рисовать вообще не умею, если что. Так что, если художники посмотрят это видео, они, наверное, будут в ужасе. Но это не важно, в принципе. Спортсмены, смотрящие на твои спортивные рубрики, тоже да. Так что... Да, нормально, то будет весело, интересно. Короче, не могу найти секунду, не травму. В общем, ну что, давай тогда. Нарисуй в левом углу. А что он делает обратно? Нет, я тебе скажу, когда останется мало. Ну давай, короче, молюсь. У меня по-любому будет круче. А у орка есть уши? Ну да, он же как человек, типа. Нет, ты загадала какую-то фигню. Я даже и на орка не похож. Боже, он, я не знаю, кто это вообще. Художником мне точно не быть. Так что можно этим не заниматься. Блин, я ему зрачки зарисовала, случайно фломастер. Да все, давай. Сейчас. Быстро. Все, я готова. Давай я показываю первый, сначала зрителям покажу. Вот. Давай сначала видим, а потом посмотрим. Не, сначала я показываю. Вот. У нас включилась камера. Дважды. Да. Мы нарисовали орка. Вот, пожалуйста, я уже это было показывал. Мое задание. Я показываю свой рисунок. Черт. Это орк из игры Warcraft. Да, не обязательно. Орк какой-то добрый капитошка, я не знаю. Да вот зубы, все у него есть. Что а следующее задание было от Ваки. Это нарисовать моржа. Вот, пожалуйста. Ты уточняешь, что он на песке у тебя, понимаешь? Понимаете, морж на песке. Морж на песке. На песке, на пляже, да. Ему же холодно, и я его согрела. Ох, как же хорошо, когда ты морж, и тебе хорошо. У меня морж покруче получается. Это прорубь еще. Это прикольно, он так рисует необычно. Третье задание было от меня, мы сейчас рисуем индейца. Время прошло, так что мы продолжаем. Угу. Я такой индейец, как на пляже, знаете, на морях. Там сфоткаться с ними, знаете. Да? Угу. Блин, мне очень интересно, как я нарисовал. Я уже знаю даже, кто победит в этом выпуске. Да, конечно. Голосуйте за Навального. Навальный. Ё. Я нарисовала. Давай, так, ты загадываешь, да? Ты загадала? Да. Значит, я показываю. Вот. Божечки! Вот, все, можно идти и сфоткаться с ней, да, как на море, да, на морях. Боже, ну давай ты теперь свой показывай. Вот мой. Что это? Я уже вижу, что это нифига не индеец. Это какой-то бешеный хоккеист. Хоккеист какой-то.
Нет. Это вообще не, это что-то непонятное. Это хоккеист, тебе говорю. Он просто без экипировки. Индеец без экипировки. Его обокрали цыгане, наверное. Он фиговый. Вот у меня вот что-то плохое. Фиг вам тут намалевал. Все нормально. А у тебя что это вообще такое? У тебя реально хоккейная, короче, клюшка. Перо. Это копье. Это маска, и вот глаза у него вырезаны. Да не похоже на копье. Это у него рассказ. Так, хорошо, давай тогда что там еще нарисуем? Давай, номер 4 и задание от тебя. Последнее. Давай что-то такое, чтобы я знала, как оно выглядит. Давай я подумаю сначала, надо сначала подумать. Давай орангутана, обезьяна. Что? Обезьяна. Да, обезьяна такая здоровая, горилла. Жесткая такая горилла. Как в этом фильме, Кинг-Конг там. Кинг-Конг, да? А-ля Улюда, да-да-да. Все хорошо. О, та ты шо, я даже знаю, кто опять выиграет. Я по-любому победитель. Думаешь, что ты? Да. Я готова. Давай, ты первый показывай, я загадывал. Ну, в общем, я не очень знала, как она выглядит, я решила срисовать с книги. О, а ты мухлевала. И шо это? Все равно у тебя. Это какая-то Наташка. Нет, это... Это медуза или как она там, знаешь? Это паук. Нет, есть такой персонаж, короче. Боже. Смотрите, просто нет. Капец, как не, 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 рисовать ты не умеешь. Я, у меня круче, у меня круче. Вот. Блин, вот это горилла. Почему он такой классный? Так что вот, показывай последний раз. Мне все равно покруче. У меня круче третий, второй и первый. Ага, а у тебя ж, ну посмотрите, ну что это Наташка какая-то, а это хоккеист какой-то поломанный, переломанный. Индеец. Ну да. Ладно, обезьяна похожа на паука. Короче, определяют победителя зрителей, в общем, оставляйте комментарии, кто победил Юлия Левака. Так что вот так вот. Если понравилось видео, ставим лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Пока.